Друзья, приветствую вас на канале ICO стартапов и майнинга. Данный обзор будет посвящен настройке майнинга монеты MusicCoin. Это видео будет интересно и полезно тем людям, которые не любят заниматься поиском майнеров, настройкой и комплектацией батников и прочей информации, связанной с этим. Итак, друзья, постараюсь максимум упростить все эти действия в этом видео. Название монеты говорит само за себя, то есть данная монета относится к индустрии музыки на блокчейне. Скажем так, взаимоотношения авторов музыки с конечными потребителями, то есть слушателями. Если вы меня спросите, насколько интересна данная монета и стоит ли ее майнить, я, друзья, не могу на данный момент ответить на этот вопрос, потому как он есть риторическим, и максимум, что я могу сделать, это я оставлю ссылки на ресурсы, где вы можете более подробно почитать о данной монете, от разработчикам, что они хотят, соответственно, реализовать. Вот. И, во-вторых, данный видеообзор посвящен именно настройке майнинга. Давайте, друзья, приступим к самому майнингу. Я оставлю, соответственно, ссылки на все ресурсы, которые вам помогут настроить майнинг. То есть, приступим. Первая ссылка будет это на кошелечек, который будет на GitHub'е. Вам нужно будет перейти по ссылке и выбрать тот или иной майнер, который относится к вашей операционной системе. В моем случае это Windows 64-битная. Скачиваем. Далее выглядит вот так вот. Данный клиент называется папочка MusicCoin. Заходим сюда, экзешный файл запускаем, идет установка буквально очень быстро. Сам кошелек выглядит вот так вот. Здесь начинается, когда вы в первый раз запускаете, генерация блоков. Вы ее можете, соответственно, пропустить. Нажимаете сюда и потом нажимаете New Account, то есть вы создаете свой кошелек. Здесь появляются два поля, куда нужно будет придумать и прописать пароль дважды. Потом, соответственно, генерируется вот этот адрес вашего кошелька. Все, соответственно, вы сохраняете в текстовом документе в несколько раз. Вот, напоминаю, чтобы потом, соответственно, вы не потеряли доступ к намайненным монетам. Далее будет ссылка, соответственно, на сам майнер. На Claymores версии 7.4 вы выбираете для вашей операционной системы. Снова ж таки повторюсь, это у меня Windows. Вот, скачиваем и прописываем батник, который будет выглядеть вот так вот. Я в описании под видео обязательно добавлю всю эту информацию, то есть ссылочки, куда, что, где, откуда. Вот как выглядит сам майнер, то есть батник, извините. Вам здесь нужно будет всего лишь заменить вот этот адрес кошелька на тот, который вы сгенерируете. И вот идет название воркера. Здесь вы можете тоже его изменить. В принципе, это не принципиально, оно будет и так работать, потому как майниться будет на ваш кошелек. Вот, потому, ну то есть, по желанию. Далее, я уже говорил или нет, что... Я для особенно ленивых уже загружу полностью готовый майнер Claymores, уже полностью с готовым батником. На Яндекс.Диск, где вы, соответственно, сможете скачать и, заменив адрес вашего кошелька, полностью запустить майнинг. Далее, ссылка будет, соответственно, вот на данный пул. Нажимаем Home. Для того, чтобы... запустить, ну то есть проверить, идет ли майнинг, вам нужно будет вставить сюда адрес вашего кошелька MusicCoin и нажать поиск. Соответственно, если майнинг настроен, все нормально, здесь будут показывать хешрейты. Вот, и в вкладочке Payouts вы можете зайти и смотреть, когда происходили выплаты. Далее, соответственно, ссылка будет на блокчейн данной монеты. Slack разработчиков, где вы можете зарегистрироваться и, в принципе, задавать вопросы. Далее, давайте по удаленному доступу я вам покажу, как выглядит, собственно, майнинг. Вот он. Зелеными это вот 187, получается, шар выдает 390 карта. Далее, друзья, вот, соответственно, говорю о том майнере, который я загружу, то есть сами скачиваете или вот... Я загружу на Яндекс.Диск. Заходим сюда. Что нужно сделать? Вот Start Bat. Нажимаем на него. Правая клавиша мыши. Изменить. Соответственно, вот повторяюсь, но
не знаю, разжевываю для самых ленивых. Меняем и сохраняем, соответственно. Итак, друзья, вот так вот выглядит сам майнинг. Еще чем хотел поделиться, мы буквально пару дней назад командой разбирали проекты данного направления индустрии музыки на блокчейне. Как минимум, это получается, сейчас есть 4 проекта, о которых мы, соответственно, знаем. И мы обговаривали плюсы и минусы, ну, то есть в данном направлении. Я обязательно где-то, ну, через пару дней добавлю этот видеообзор. Итак, друзья, это вся информация по майнингу MusicCoin, которую я хотел с вами поделиться на сегодня. И если этот данный обзор был вам полезен чем-то, ставьте палец вверх. Кроме того, буду благодарен за то, что вы поделитесь этим видео в социальных сетях. Особенно буду благодарен, если будет обратная связь, то есть комментарии под видео. И кроме этого, если вам интересно направление майнинга, ICO стартапов, криптовалюта, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить последующие видео. Есть у нас также телеграм-чат обратной связи, где обсуждаем вот эти все стартапы, проекты. Вот. Задавайте вопросы в скайпе, если у вас таковые есть, соответственно. И подписывайтесь на твиттер, чтобы не пропустить информацию. Все, друзья, всего хорошего, спасибо вам за просмотр и до следующих видеообзоров. До свидания.